Всем привет! Вы на канале Know-How «Поговори с экспертом» и с вами я, Алена. Кинематограф придумали больше века назад, и на смену обычным видеокамерам пришли экшн-камеры, способные снимать, к примеру, блогеров, которые описывают каждую минуту своей жизни, или спортсменов при движении, прыжках или беге. В этом видео мы поговорим о бюджетных камерах от компании Digma. Компания Digma – это китайский производитель цифровых устройств, лидер продаж навигационного оборудования и электронных книг в России. Также решила порадовать своих поклонников серией экшн-камер, которые помогут записать вам бурю впечатлений от путешествий и сделать качественные снимки в движении или даже под водой. Серия Digcam отличается чипсетом, что влияет на разрешение и частоту кадра. Чем выше цифра в обозначении модели, тем шире интервал частоты съемки, от обычной до высокоскоростной записи. Поставляются камеры в картонных коробках, на которые имеется название и изображение устройства, его особенности и технические характеристики. Так что первоначально сравнить возможности можно, ориентируясь на инфографику и текст. При прочтении характеристик сразу же обращаешь внимание на комплектацию, ведь тут очень богатый набор, который включает в себя не только стандартный кабель и документацию, а водонепроницаемый чехол и всевозможные крепления на тело или раму велосипеда. В знаменитых камерах, кстати, все эти комплектующие продаются отдельно. В модели 890, правда, водонепроницаемого кейса нет, но он ей и не нужен, ведь корпус камеры сам защищен от попадания влаги. Круто, что во всех камерах установлен и используется качественный сенсор от Sony. Есть огромное количество настроек, видео и фото. Поддерживают камеры съемку в 4К 60 кадров в секунду, за исключением младшей версии. Она снимает только 24 кадра в секунду. Зато младшенькая обладает чуть более емким аккумулятором – 1000 мАч. А так как у нее всего один цветной экран, аккумулятор продержится чуть дольше. Да, у остальных моделей есть цветной селфи-экран, который поможет в создании качественного контента блогерам. Контент, конечно же, записывается на карту памяти, и все модели поддерживают объем до 128 ГБ. Опять же, за исключением бюджетной модели, она имеет ограничение в 64 ГБ. А Digcam 880, кстати, отличается тем, что поддерживает работу с петличным микрофоном, который уже идет в комплекте. А для удаленного управления камерой можно использовать пульт дистанционного управления, который сначала необходимо активировать в настройках самой камеры. Если говорить о качестве изображения, то запись видео в стоковых настройках вполне нормальная. Конечно, присутствуют шумы. Но даже при съемке на профессиональные камеры не все зависит только от нее. Нужен как минимум правильно выставленный свет. Можно покопаться в настройках и выбрать более удачные варианты для окружения. Для работы с камерой можно скачать фирменное приложение, отсканировав QR-код из инструкции. Далее необходимо активировать Wi-Fi на камере нажатием на кнопку «Вверх». По сути, приложение полностью повторяет все меню настроек камеры. Иногда удобнее сделать все настройки на смартфоне. Кстати, в приложении можно добавить сразу несколько камер и управлять ими со смартфона. Экшн-камеры от Digma – это бюджетные, компактные и удобные в использовании камеры, которые может приобрести себе каждый. Это, можно сказать, готовый стартовый набор для новичка в блогерском экшн-деле. Ну а как купить эти камеры и тысячи других товаров, не выходя из дома, сейчас расскажу. Выбирайте товар на сайте и оплачивайте, как вам удобно. Онлайн, при получении товара или оформляйте беспроцентную рассрочку. Получить товар вы можете в одном из наших салонов Know-How, или его может привезти курьер к вам домой или в офис. А если вы еще не определились с выбором, то позвоните нашим онлайн-экспертам. Они расскажут о товаре, ответят на все интересующие вас вопросы и помогут оформить заказ. Берегите время и бюджет с умными покупками в Know-How. Ждем вас!